Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные и ароматные отбивные в хрустящей панировке. Готовится очень просто, получается очень вкусно. Рецепт мой найден в книге от Cooking Light Way to Cook. Давайте приступим. Отбивные я готовлю из свинины, но также подойдет любое другое мясо – курятина, индюшатина или телятина. Отрезаю лишний жир, а затем нарежу мясо на 7 ровных кусочков. Толщина каждого куска примерно 7 мм. С каждой стороны мясо отобью молотком. В рецепте этого не было, но я решила это сделать. Хлебные крошки панко соединяю с солью, черным молотым перцем, шалфеем и тертым пармезаном. Я готовлю панировки чуть больше, чем нужно для этого рецепта, потому что она мне понадобится еще для одного блюда. Точные пропорции для этого блюда я укажу в описании под видео. Все перемешиваю. Хлебные крошки панко также можно заменить на панировочные сухари. Высыпаю панировку на плоскую тарелку. Белки немного посолю и добавляю горчицу Дижон. Она не острая. Буду взбивать до пышности примерно 2 минуты. Кстати, мясо я не солила и не перчила, так как соль и черный перец входят в панировку, и этого достаточно. Для удобства муку насыпаю на плоскую тарелку. Кусок мяса макаю в муку. Мука должна равномерно покрыть мясо со всех сторон. Лишнюю муку обязательно нужно встряхнуть. Следом в яичную смесь. И затем в панировку с обеих сторон. Жарю отбивные в разогретом растительном масле до золотистости с обеих сторон на огне ниже среднего при приоткрытой крышке. Как только поджарились с одной стороны, переворачиваю. Если вы готовите отбивные из свинины или индюшатины, они жарятся гораздо быстрее свиных отбивных. Такие отбивные прекрасно подойдут с любым салатом и любым гарниром по вашему выбору. Получились очень ароматными, с хрустящей корочкой. Обязательно попробуйте и порадуйте своих родных и близких. Готовьте только с удовольствием, и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока-пока!